Выявить пьяных на дороге. Основная задача профилактического рейда, который прошел на территории областной столицы. Сотрудники ГАИ проверили целый поток транспорта. За один раз останавливали сразу 10 автомобилей. Водители каждого из них проверяли на трезвость и другие нарушения. Данное мероприятие позволяет подвергнуть проверке максимальное количество водителей, соответственно, не допустить факт управления водителями транспортных средств в нетрезвом состоянии, соответственно, обезопасить жизнь участников дорожного движения. Такая работа направлена на предупреждение дорожно-транспортного травматизма, повышение ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения. Она проходит в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара на 2021-2025 годы». По данным госавтоинспекции, за текущий год в городе Самара было выявлено более 800 пьяных водителей. Проверка документов и состояние людей за рулем занимает время, но автомобилисты относятся к таким мероприятиям с пониманием. Я думаю, что зачастую нарушителя можно выявить не опознав по его неправильным действиям, а именно случайной проверкой. Поэтому считаю, что данные мероприятия важны. Людей ответственных, на самом деле, которые не употребляют алкоголь, я так думаю, не очень много в связи с последними авариями, которые вот недавно были. Это очень важно, очень нужно, чтобы люди думали, прежде чем совершить такой глупый поступок, как сесть пьяным за руль. Но в этом ничего нет страшного. Постояли прям 5 минут и поехали дальше. Все довольные, счастливые, трезвые. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что пьяный водитель за рулем подвергает опасности не только себя, но и близких, а также других участников дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель привлекается к административной ответственности, предусматривающей лишение водительских прав на 1,5 или 2 года и дополнительный штраф в размере 30 000 рублей.